Включение 110.
Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. США второй раз звонит уже. Вайбер могу, но это когда дома буду. Вайбер, когда дома буду, ставлю. Бля, вообще еду за рулем, короче, в Нальчик. Слышь, я ж тебе говорил, да? Машину перегнать надо. Ага. Вот. Да-да-да-да. Ага. Вот. Что там у тебя как дела? Нормально, нормально, отлично вообще. Ага. Понял тебя. Все, давай, на связи. Хорошо, вот так сделаю. Понял, понял. Понял тебя. Ну все, ладно, сейчас мы закончим это замутим.
берется ли мы за движок, что-то там клапана хочет отрегулировать. Куда мы его не отрегулируем? Даже если куда-нибудь отвезем, головку снимем. Ну это не мое, наш там движок дизманский, если мы его катали не будем. У нас так сейчас будет, он придется нам тормознуть с дизманским. Почему тормознуть? Потому что надо выглядеть все с каталиком. Надо вообще не потом, и каталик решит тормознуться. Ну мы возьмемся за него, за Лансер, правильно? Да. Я подумал, типа, пока не будем браться. Да. Вроде ребята ж лучше. Откуда мы можем белорусов подогнать? Они делают? Конечно. Можем поле с синим. Ага. Нет у нас больше одного поля. Прикинь, 130 разрешенные. Да, точно. А я даже не еду 130. Я сразу. Хочет запчасти сюда поставлять, а он готов их закупать, поставлять, а деньги потом когда продать. Что-то типа подобного. Никто же не говорит, что первый раз отправить целиком контейнер, его же можно сборным грузом отправить. Может там пламики дешевые, только по доллару какие-нибудь, по 2 доллара. Но хорошие, может быть, качественные. Мы покупаем сейчас где-то по 10 долларов. Да. У него WhatsApp есть? Нет, Viber. Спроси, сколько у него в Америке плане гасителей стоит. Да, вообще есть? Да, есть, конечно. Это, блин, вот растаможки, вот эти вот все дела, блин, это... Я с этим вообще не знаком. Видите, они готовы так на 2 доллара. Можно прямо... магазин открывать. Да? Да. Ну, правда, растаможка сколько будет стоить? По-моему, на запчасти там растаможка. Thank you.
прикольно, если бы пандемия это закончится, да? А жене разрешили бы ездить каждый день на работу и с работы на такси. Было бы вообще офигенно. Я говорю, твой кредит там. Да. Просто вот отбивался бы вот этим. Просто можно было смело те деньги засылать туда. А все, что получается, там выдружить сверху, прям, ну, чтобы быстрее, чтобы не 5 лет. Так, а что мы в среду будем себе? Полувыходную устраивать или как? Через два километра. Держитесь.
Сколько здесь поборы? Сто тридцать. Десять, двадцать, тридцать. Ох, как я далеко встал. Ага, спасибо. Что отсюда мы что с правой бы этот заехали, а те все равно слились к нам. Да, мы где-то рядом, да? Правильно, на юга едут, кто без контея, прям вообще это. Так, ну что там, меньше 1100 осталось. Я вот здесь вот однажды ушел. И зоопарк есть. Медведь, да? Не, медведь, ну там такой домашний зоопарк. Ну не совсем. Лисица, по-моему, есть какая-то. Куница вот такая. От еды я, по-моему, был не в восторге. Точно не помню уже. Так, что у нас осталось на подтопливо? Новороссийск. 125. Новороссийск, это, по-моему, от Анапуса на километр. Возможно. Да. Настя еще звонится на ты. На Анапе? Да, куда ходить, значит, я говорю, место в Крабей, где находится лагуна, лагуна 2. Ага. Хорошо, говорит, это Мальдивские пляжи, вон крупный вообще конкретно. Ну, на пароме, ну, на лодку привозят, ага. На отшибе находится, да, ну, мусорят, ты же там понял, на эти вечеринки, устраивают ночью, вообще конкретно, там, беспредел творится. Там, вон, кота, что только нет там. Туда ему сыра, по-моему, не вырываются, потому что он на катере заплыть. На остров, по-моему, такой был, на чип. Там горы, по-моему, не проберешься. Только вплывать. Вот. Не знаю, еще оно пробило, нет, сейчас. Звоню, не знаю, что узнала, где лагуна находится. Съездила, не съездила, да? Да-да-да. Лагуна 1 еще хуйня, а лагуна 2 там вообще пиздец. Вот что тебя так в Анапу тянет. Я думаю,
наш вообще, что-то как. Блин, а сейчас бы перегнать куда-нибудь тачку в Крым, да, или в Анапу. Надо попробовать довести до 22.00. Сейчас куда мы заедем на заправку здесь. Да. Да, там много еще дорожной обстановки, ситуации. Где-то на участке пробка далеко не меняется, но он все равно ее учитывает. Да, 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 да. Хотя ты пока до нее доедешь, там 20 раз услышал. Уже в самом городе даже, да, допустим. Можно, но смотри, мы уехали в Нальчик на 3 дня. Вот. Приедем в среду. И так проберу тебя тогда и подскочишь. Ага, нормально будет так? Вот. А так без проблем, что подъедешь, сделаем. Все. Все, да, договор, давай. Что такое? Чехи заехали, масло поменять. Масло поменять, да? На чем? Посадить. Этот. ТО сделать, точнее. Я вчера видел его. Когда с магазина возвращался, крутанулся, еду и перед тем, как этот повернуть на самообслуживание, в зеркало заднего вида вижу номер этот. Хук. Сразу понял, что они поворачиваются, слышу мне вслед. Бип-бип. Причем я предупреждал. Я их предупреждал, что, ребята, не надо меня обманывать, не надо мне кидать. Если я не смогу по суду добиться, я ваш долг продам. А там уже с вами другие люди будут разбираться. Ну, не испугались, ну ладно. Так и сделаем.
об этом прям совсем? Ну, это не особо. Ну, типа тоже дорогой, но не особо. Ну, готовый. Если мы с Америкой что-нибудь наладим, я тебе говорил, у меня тоже есть выходы туда. У меня дядька там по Сакраменто занимается ремонтом тачек. То есть, ну, тоже можно что-нибудь попробовать замутить. Сейчас знаешь, что сделать? Подать на кредит. Одобрят или нет? Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Сбиваем.
палочка на отделении за баком. Закат солнца в Нальчике. Да? Это 8. Это 2 часа, мы будем по темени ехать. Сейчас сразу хочу. А наверняка освещение. Ну, в городе-то да. Работы подкину на неделю. Монтировать. Да, обрабатывать видео, смонтировать, выкладывать. Вот раз в неделю бы так мотаться куда-нибудь. Можешь какую-нибудь страну пересечь. Да. За 3, за пару часов, наверное, можешь пересечь. О, мотик несется. Он не особо несется, так. Ну, да. Сначала несся, как-то показалось, из ниоткуда появился. Сейчас что-то не смотрю, еле едем. Где-то девушку потерял. Ну, девушка сзади сидела.
еще раз повторите, пожалуйста, не расслышал. Да-да-да, занимаемся. Ага. Ну, на ваше усмотрение, можем просто латку поставить, можем вообще полностью вырезать, если вы купите новую запчасть, новый резонатор, можем его варить. Нам не принципиально тут, как вы захотите. Нет, в наличии у нас нету. Мы больше специализируемся на удалении катализаторов. И, ну, в наличии у нас только пламегасители. В месте крепления. В принципе, можно и латку поставить, а можно и целиком поменять. Тут как захотите. А какой у вас автомобиль? Land Cruiser 100, да? Сейчас, секундочку. Сколько примерно по деньгам стоит латку поставить? Прогорел в месте крепления, где крепление держит? Ну, скажем, до 2000 рублей будет стоить. Ну, порядка 2000 рублей будет стоить работа. Да-да-да. Разобрать, что вы говорите, связь очень плохая, я просто в трассе нахожусь. Ага. Ну, в любом случае, естественно, лучше сначала посмотреть, загнать на подъемник, посмотреть, какое состояние, ну а там уже дальше принимать решение. Мы находимся в Борисовские пруды, дом 1, строение 72. Но вернемся только завтра. Уехали в командировку. Да, да, если что, набирайте. До свидания. Это сауна. Вообще прям жесть. Я еще такая плохая, он бубнит что-то под нос себе, его разобрать не могу.